Люди с безграничными возможностями. В феврале наши особенные спортсмены покоряли казахстанские и мировые арены. Сергей Харламов завоевал серебро в прыжках в длину на Гран-при мира по паралимпийской легкой атлетике в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, на днях пополнил копилку наград региона еще один североказахстанец Булат Смагулов. Представитель спортивного клуба «Умыт» на Кубке по парадзюдо страны в Шымкенте стал бронзовым призером после четырех схваток. К состязанию его готовил тренер Даурен Нургожин.